25-летняя Полина Гренца призналась, что у нее была тяжелая депрессия. В таком состоянии актриса сериала «Физрук» прожила более полугода. Полина рассталась с бойфрендом и с трудом переживала разрыв. Имени своего бывшего возлюбленного девушка по-прежнему не раскрывает. Она призналась, что не смогла найти в себе ненависть к молодому человеку. «Я просто не хотела посылать ему негативную энергетику, это разрушило бы нас обоих. Сказать, что было невероятно сложно, не сказать ничего», — поделилась Гренце в Инстаграм. Ей было невероятно сложно, избавиться от тяжелых мыслей не помогало общение с родными и близкими. «Время стало моим лучшим другом. Оно принимало меня в любых состояниях и каждый раз давало пощечину за проявление слабости и защиту человека, про которого мне все говорили. Он ведет себя как М-звездочка, так, забудь». Но я находила ему оправдание, пояснила актриса. Полина сообщила, что 1 января этого года она проснулась с легкостью на душе. «И в моей голове останется самая первая встреча, на которой он сказал мне: «У тебя такие глаза. Мне кажется, что я хочу тебе все рассказать, я хочу тебе доверять. Теперь только в памяти». Боль прошла, освободилась, на этот раз точно», — резюмировала Полина. Гренце принимала участие в шоу «Холостяк». Она снялась топлес в образе героини «Игры престолов». Актриса хвасталась фигурой на пикантном фото.